Тот ассортимент, который уже сформировался традиционный по замороженной рыбе, он присутствует. Ну, там время от времени возникают колебания по ассортименту. Это связано с сезонностью продукции. Это навага, это минтай, это сельдь у нас, это кальмар. Вот. И в ближайшее время мы ждем, что проект наполнит еще охлажденная свежая рыба из основных районов промысла. Вот. Сейчас на востоке, на северо-востоке Камчатки Путина уже входит в фазу активную. Вот, к сожалению, неравномерно подходит рыба. И вот те участки, на которых работает у нас основной поставщик этой продукции, это колхоз Ленина, пока ситуация не столь благополучная. Но мы ожидаем, что в ближайшее время она наладится и будет уже более, так скажем, обеспечена эта программа со стороны этого нашего участника. Ориентировочно предполагаем, что со следующей недели уже эта рыба появится по ценам там, в районе 50 рублей в магазинах Шамса. Это будет горбуша, это, ну, возможно, кита. Вот. Ну и хотел напомнить, уже ранее мы информацию эту давали, что с этой путины мы планируем порядка 200 тонн продукции лососевых видов также в замороженном виде хранить и реализовывать там, в течение периода между путинами.